В этом видео мы научим тебя делать вариацию на тему косы «Рыбий хвост». Эта прическа уместна везде, от свадебной церемонии до вечеринки с друзьями. Нанеси на волосы термозащитный спрей. Помимо защиты, это придаст волосам необходимую текстуру. Затем с помощью утюжка завей волосы. Раздели волосы на прямой пробор в центре. Затем возьми прядь по одну сторону пробора и начни плести косу. Когда закончишь, сплети такую же косу по другую сторону пробора. Закрепи косички резинками и немного растяни, чтобы ослабить. Соедини обе косички на затылке и переплети. Закрепи с помощью заколок. Вытяни несколько прядей волос, завей утюжком и оставь их свободно свисать по сторонам лица. Закрепи прическу спреем для фиксации. Готово! Ты только что сделала актуальную и женственную вариацию на тему косы «Рыбий хвост».